Во многом приобщение молодежи к наркотикам начинается с курения. Поэтому с ноября по март Управление здравоохранения провело анонимное тестирование. Более 4000 ребят ответили на вопросы, есть ли у них вредные привычки. По информации Анны Кореевой, наибольшее количество курящей молодежи зарегистрировано в Анапском сельскохозяйственном техникуме и Сочинском государственном университете. Со школьниками и студентами проведут разъяснительные беседы и покажут поучительные фильмы. Проведение тестирования отказов молодежи в участии тестирования не было. Информация была предоставлена заранее родителям, доведена до сведения учащихся и педагогов, с которыми также проводилась информационно-разъяснительная беседа по проведению по необходимости внедрения данного метода с целью пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних. На комиссии решили, что теперь антинарко будут проводить только в худших по показателям округах.